Свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Мама свинка работает. Мама свинка работает за компьютером. Папа свин готовит суп на обед. Папа, можно нам посмотреть, как мама работает? Да, если не будете ей мешать. У нее сегодня много важной работы. Спасибо, папа. У мамы свинки много важной работы. Мама, можно нам с Джорджем посмотреть, как ты работаешь? У тебя на коленках. Да, если не будете шуметь. Пеппа и Джордж любят смотреть, как мама работает. Мама, можно нам поиграть в счастливую курочку? Поиграем в счастливую курочку позже. Сейчас мне нужно работать. Мама, можно тебе помочь? Нет, Пеппа, компьютер трогать нельзя. Джордж, тебе тоже нельзя его трогать. Да, Джордж, нельзя делать вот так. Пеппа, нет! Прости, мама. Я показывала Джорджу, как нельзя делать. Ай-яй-яй, с компьютером что-то не так. Папа-свин! Папа-свин! Что, мама-свинка? Папа-свин, можешь починить компьютер? Я все приготовлю, пока ты будешь его чинить. Ладно, мама-свинка, но я не очень-то в них разбираюсь. Спасибо, папа-свин. Папа-свин будет чинить компьютер. Может, если выключить его, а потом включить снова? Папа-свин починил компьютер. Ура, папа! Да, я разбираюсь в этих штуках. Папа, можно нам теперь поиграть в счастливую курочку? Нужно спросить маму-свинку. Мама сказала, можно поиграть потом. Ну, тогда можно. Только я не знаю, где диск. Ура! Моя очередь. А теперь я. Я вижу, компьютер опять работает. Ха-х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 а-